тексте, саундтрека, вы стоите, сзади никто не слышит. Вот там есть. Вот там, пожалуйста, проходите. Проект проводится по личной инициативе и при поддержке Российского государственного гуманитарного университета и лично ректора, профессора, академика РАН Ефима Иосифовича Белова. Музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова под управлением заслуженной артистки России профессора Галины Богдановой, главный хормейстер Владимир Наумов. Камерный хор «Марта Хор» под управлением Татьяны Дмитриевой. Академический хор Московского государственного университета культуры и искусств «Русский канон» под управлением Ольги Буровой. Группа студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей кафедры музыкального образования Московского государственного университета культуры и искусств под управлением Валерия Ясакова. Барбершоп-квартет «Барбекю» под управлением Сурена Арутюня. Оперно-симфонический оркестр Государственной классической академии имени Маймонида. Солисты, лауреаты международных конкурсов Анна Кошкина, сопрано. Владимир Потанский, тенор. Любовь Молина, меццо-сопрано. Партия канонарка, Антон Федоров. Руководитель исполнительского мастер-класса и консультант проекта, заслуженный артист России Алексей Кузаков. Александр Сульманов. Дирижеры проекта Владимир Керн. Thank you.
человеческий будет предан на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его.
«Берите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И воспев пошли на гору Елеонскую. Thank you.
совет. Если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили все ученики. Возьми ты на кое-что.
Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит ему Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Yeah.
старейшин народных, предающий же его дал им знак сказать, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, раби», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. В тот же час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, сбежали. Thank you.
перед всеми сказал: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Поверь, черпны ему разуме, но принеси к тебе сына.
все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удалился. Смотрите вы,
И, отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Барабу, а Иисуса их предал на распятие. Слава тебе! Слава тебе!
Oh.
когда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а себя самого не можешь спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверует в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: я Божий Сын. Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. Thank you.
воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вышли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с Ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину Он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Thank you.
ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман уже первого. Пилат сказал им: имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Thank you.
главному хормейстеру проекта Борису Тараканову. Дорогие друзья, вы знаете, я сейчас очень-очень волнуюсь на самом деле из-за того, что сегодня произошло. Я думаю, что все согласятся, что сегодня здесь произошло чудо. И чудо это сотворили вот эти молодые ребята, которые сегодня на сцене. Замечательные солисты. И вы знаете, здесь, конечно же, огромная благодарность Владыке, потому что мы, как сейчас говорят, купились на этот музыкальный материал. Вы не представляете, как горели глаза у ребят, когда они с самого начала начали разучивать ваше произведение. Вы знаете, мне хочется вот низкий поклон передать руководителям всех университетов, которые породили в своих стенах удивительные хоровые коллективы. Здесь, вот я знаю, и ректорат, и РГСУ, и Ипполитова Иванова, и представители МГУКи, причем две кафедры дали свои коллективы, это кафедра хорового дирижирования и совершенно удивительная кафедра музыкального образования, уникальное подразделение, вот здесь они присутствуют. Друзья, вы знаете, действительно, наверное, постепенно наш университет становится крупным филармоническим центром, если в его стенах происходят такие чудеса, как сегодня. Спасибо вам, что вы пришли. Мы всем коллективам, всем коллективам исполнителей, и оркестр, и хор, и солисты, замечательно, мы все желаем вам, главное, здоровья, то, что в нашей жизни очень важно, удача, Божьей помощи на многое-многое лето. Под управлением Дионисия Малыгина.
Маэстро, покажите, что делаете. Каменный хор Музыкально-педагогического института имени Ипполита Воеванова. Наш давний партнер и педагог. Потому что вы куда-то перешел. Калина Ваганова, звук артист России. И главный армейстер Владимир Науменко. В зале очень приятно сегодня видеть ректора этого замечательного учебного заведения, Константина Ворона. Доктор удостоверения профессора Сергея Яковенко. Академический хор «Русский канон» под управлением Ольги Буровой. Студенты-магистранты, в общем, все учащиеся кафедры музыкального образования МГУКИ под управлением Валерия Исакова. Вокальный квартет «Барбекю», который поет в стиле «Барбершоп». Камерный хор «Марта Корт». Друзья, вроде бы никого не забыл, честно говоря, мозги уже кипят. К концу такого проекта. Спасибо, что сегодня вы были с нами.